Полиция Магаданской области провела акцию «Студенческий десант» для учащихся Северо-Восточного государственного университета. Все приглашенные студенты – будущие юристы. Ребятам рассказали о том, в чем заключается работа сотрудников полиции. Также специалисты показали студентам рабочие приборы для проверки автотранспорта. Будущим юристам даже выпала возможность представить себя в роли дорожных инспекторов и побывать в патрульной машине. Ребятам было рассказано о службе органов внутренних дел подразделения госавтоинспекции, доведены основные задачи, цели госавтоинспекции по достижению показателей снижения аварийности, смертности на дорогах. Ребята ознакомились также с оперативно-техническими средствами и с применяемым автотранспортом в наших подразделениях. После экскурсии на улице ребята зашли в отдел полиции, где сотрудники госавтоинспекции сдают экзамены. Специалисты провели для студентов лекцию и ознакомили их с рабочим оборудованием. В службах госавтоинспекции направлений много. Мы вот здесь видите приборы, все это направление ДОР, инспекция, технический надзор. Это все те направления деятельности, которые влияют непосредственно на аварийность, которые выстраивают механизм отношения всех участников дорожного движения, начиная от водителей, заканчивая пешехода. Полицейские рассказали, как проводятся экзамены на получение водительского удостоверения. Самым интересующим вопросом для студентов стал вопрос о требованиях кандидатам для службы в госавтоинспекции.